Всем тыканный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами будем открывать на аккаунте подписчика тот самый ящик, ребятки, который нам завезли сегодня неожиданно в честь юбилея, который будет только через пару дней. В принципе, здесь у нас та самая Эмирада, которую я себе очень сильно хочу забрать отсюда, прям очень сильно. И, в общем, ребят, смотрите, на данный момент у нас на аккаунте подписчика, как видите, 17 тысяч цешек, но... Я тоже хотел бы открыть этот ящик на своем аккаунте. И, честно, я даже сделал голосовалку в Телеграме, где с ребятами, ну, посоветовался потратить именно те самые деньги, которые мы вместе с вами собирали на стриме именно для вебки, да, именно на этот кейс и попытаться выбить отсюда ту самую Эмираду. Мне, если честно, очень важно ваше мнение. Давайте напишите в комментариях, ребят, что вы скажете, стоит это делать или нет. Или давайте, не знаю, просто прожмите кнопку лайка. Просто нажмите на кнопку лайка. Если там будет до завтра больше 5000 лайков, тогда я просто беру и закидываю те деньги, которые я собирал для вебки, да, на стримах. В принципе, закидываю и пытаюсь выбить отсюда Эмираду. Жду ваше мнение. Давайте, ребятки, просто прожмите кнопочку лайка, и я пойму, что вам это интересно. Я, если честно, очень сильно ее хочу отсюда забрать. Но я уже видел пару видосов, и шансы, ну, там, ну, вообще не очень. Вообще не очень. Многие хотят себе отсюда этот юмпик, потому что, ну, он прокачанный сразу, да. Но мне интересна Эмирада. В общем, жду ваше мнение, ребят. Если вы поддержите такое решение, влепите лайкосик. Ну а мы давайте открывать, давайте будем открывать. Как я уже сказал, смотрите, на нашем аккаунте 17 тысяч цешек. Владелец аккаунта очень сильно хочет отсюда юмпик. И если мы вдруг за эти 17 тысяч не выбьем этот юмпик, он сказал, что еще докинет 8 тысяч цешек. Так что держим кулачки. Да, ребят, не забывайте участвовать в прокачке аккаунта. Ссылочка есть внизу, переходите, выполняйте все условия, участвуйте. Как только будем выбирать победителя, может быть, именно на вашем аккаунте выбьем тоже что-то годное. Поэтому обязательно переходите, участвуйте. И обязательно подписывайтесь на Телеграм. Не знаю, видели ли вы сегодняшние новости, но там идет речь о блокировке Инстаграма. И вроде бы и Ютуб уже там близко к этому. Поэтому, ребят, подписывайтесь на Телеграм, там самая свежая и полезная информация всегда будет. Все, не будем затягивать. Сорян за такое долгое интро, просто хотел с вами посоветоваться. Погнали! Так, открываем первую десяточку. Полетели. Надеюсь, тут пропуск не включен. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, что же тут по дропу. Мне прям само... Нормально. Я уже думал юмпик с самого начала. Это было бы просто мега эпично. Смотрите-ка. Легендарочки сыпятся неплохо так. Окей. Я уже думал юмп, честно. Я уже думал юмп с самого начала, и мы с вами на этом остановимся. Было бы эпично, согласитесь. Но очень бы сильно хотелось отсюда Мирадочку увидеть ее. Даже если на своем аккаунте, но все же. Не баги. Баги у меня, кстати, имеются в наличии. Хотелось бы Эмираду. Погнали дальше. Не знаю, напишите свое мнение в комментах, ребят. Как вы думаете, за эти 16 тысяч упадет юмп? Потому что ему юмп нужен. Серьезно? Просто за три десятки. И вы знаете, а вдруг я свою удачу потратил на этот кейс? Как вы думаете, ребята, а? Возможно, эта Эмирада мне должна была упасть. Серьезно? Вы чё, угораете? Две тысячи цешек? Даже не 2000. Эмирада и юмп выбиты. Я не знаю, что делать. Сейчас я посоветуюсь с владельцем. Так, ребят. В общем, мы с ним долго переписывались. Он сам в шоке. Он сам не верит, что за 2000 упало именно все, что вообще нужно из этого кейса. Мне бы вот так. Я уже, если честно, думаю прямо сейчас закидывать деньги. Серьезно. Я сейчас в раздумьях, но пока мы с вами... Пока я думаю... Что уже без лайков закину. Просто вот он сказал покрутить вот этот ящик. Мы его пооткрываем вообще с пропуском, потому что ему нужны материалы. Он просто сам не ожидал, он был готов еще закинуть денег. А тут просто за 2000 сразу и Эмирада, и юмп. Не бы такое везение, серьезно, я не знаю. Это просто мега везучий аккаунт. Сейчас посмотрим, что тут будет по материалам. Но такого я, честно, не ожидал вообще, ребят. Материальчик есть один.
Фу, вот это поворот. Ребят, просто прожмите лайкосик, серьезно. Я вот думаю прямо сейчас закидывать деньги, если честно. Я вот прям на кураже, вот я думаю прямо сейчас взять и закинуть эти деньги. Фиг с ним с этой камерой, потому что если Мирада так упала, просто со второй десятки, и Юм с четвертой десятки. Может быть, это судьба? Может, судьба намекает, говорит, давай сегодня, потому что завтра не будет. Я честно в шоке, ребят. А тут, смотрите, ничего не падает. Давайте гаранты посмотрим. О, смотрите, как калаш. Калашик, здравствуйте. Три материала. И еще материал. Неплохо. Ладно, мы отработали, получается, 5 материалов. 5 материалов за 5к. Это хорошо. Это хорошо. Нет, для этого кейса не очень, но неплохо, я бы сказал. Ребят, серьезно, я... я вот открываю этот кейс. Я вообще даже, честно, на это не обращаю внимания. А что происходит? Тут у меня просто в голове. Может, прямо сейчас это сделать? Давайте, я знаю, что вы поддержите лайком, ребят. Я знаю, что вы это сделаете. Да хватит кидать пригласы. Не, ну тут прям следов полета. Ой, как просто посмотрите на этот шедевр. Я сглазил этот кейс просто. Еще один шедевр. Да вы угораете. Не-не-не. Вообще отсюда ничего не сыпет, только с гаранта нам падал. Ну-ка, с гаранта. Еще один калашик. Сюда иди. Нормально. Нормально. Ну блин, я почти решился, если честно. Я почти решился. Не знаю, не знаю, ребятки, не знаю, что делать. Я просто в шоке. Что мне делать? Вы видите, вы чувствуете это молчание, да, которое зависло в воздухе, потому что я просто в шоке. Просто многие ребята писали, что ну вообще не очень там не сыпет, ни о чем, а тут... Пожалуйста, еще одна повторочка. Ой, что делать, ребят? Что делать? Не, ну тут вообще ничего не сыпет, видите? Просто материалы падают, о! Но с гаранта в основном, то есть здесь ничего не падает. Повторочка и та такая себе. Можно было бы корячок. Ну что там три материала. Что делать? Ситуация, конечно, ребят, я вам скажу, интересная. Очень интересная. Да хватит кидать пригласы. Блин, а не громко вам? Ну я уже в конце видоса подумал. Громко нет. Не, ну здесь, видите, ничего не сыпет. Конкретно из гарантов просто дропает и все. Два раза калаш ледник упал. Прикол, да? Еще такое. Так, ну мы дошли до одного гаранта. Там мы уже не дойдем, поэтому я не думаю, что мы будем открывать его. Еще один материальчик. Ну что ж, ребят, вот такое вот получилось открытие. Серьезно, я в шоке. Просто, я просто в максимальном шоке от дропа. Юмп сразу просто, здравствуйте. И Мирада просто тоже, здравствуйте. Вот она, мифическая красотка, просто со второй десятки. Ой, ну все, ребят, я, короче, дальше размышлять. Если что, всем спасибо за просмотр. Там не забудьте влепить свой царский лайк, не забудьте подписаться. На этом, не знаю, мои полномочия, все. Желаю всем такой удачи, ребят, серьезно. Чтобы вам всем так везло. Переходите обязательно в телегу, подписывайтесь. Там вся информация будет по поводу утечек, новостей, кейсов и так далее и тому подобному. Поэтому обязательно переходите, ссылочка в описании. Это не просто слова на ветер, ребят. Чекайте новости, вы поймете, о чем речь. На этом, в принципе, все. Всем огромное спасибо. С вами был Трим. Всем топ-1.